Девочки мои, сегодня мой тост, пост очень короткий, а я буду говорить о тониках. Недавно, будучи в магазине, за своей спиной услышала разговор двух девочек, и одна из них промолвила о том, что «а я вообще тониками не пользуюсь, зачем они нужны?». Так вот, я хотела сказать, что тоник выполняет очень важную функцию. Он восстанавливает pH кожи после любого контакта с водой. И все средства, которые вы нанесете после тоника, усвоятся кожей более качественно, как если бы вы положили их на голую подложку. И еще несколько слов о том, что тоники бывают разные. Есть, например, классический вариант тоника, когда вы берете ватный диск, вы берете тоник, смачиваете ватный диск и протираете кожу после умывания. А другой вариант тоника – это тоник-пенка. В пузырьке он обычная жидкость. Когда вы выдавливаете его на ватный диск, вы видите, очень вкусно пахнет, вы видите пенку. И таким образом тонизируете кожу, но уже с помощью пенки. И третий вариант – это тоник в спрее. Когда, нажимая на помпу, вы получаете облачко водяной пыли, орошаете таким образом всю поверхность лица, шеи, декольте и уже потом наносите все сыворотки и кремы. Поэтому получаете удовольствие от использования тоников и получаете неимоверную от них пользу. Заботы о вас, Светлана.